Здорово, пьянь. Дубак дома адовый, в костюме хожу камуфляжном. Что-то, конечно, погода на эти майские, мягко говоря, не задалась. Но тем приятнее сейчас что-нибудь согревательного выпить. Тем более повод отличный. И вообще все хорошо. И вот так, если вкратце о поводе. Что-то смотрела сегодня сначала там парад, вот эту речь президента, тудым-сюдым. А потом смотрел в интернете какие-то новости. И, в общем, меня это все в очередную мерехлюндию, конечно, свалил. Тоска жуткая, что происходит так вот вообще в мире. И расскажу, что я думаю. Что, ну, есть праздник, да? И совершенно, по-моему, для любого нормального человека очевидно, что кроме проигравшей стороны, ну, для всех остальных это праздник. По крайней мере, на территории бывшего, да, Советского Союза. И я совершенно не одобряю, когда какие-то памятные дни, они превращаются, знаете, такое, там, бряцание оружием и ура, патриотические вещи, но от этого никуда не деться, это происходит совсем. Но мне также кажется абсолютно бессмысленным и глупым отказываться типа от праздника. Ну, типа, как что делают в Прибалтике, например. Но это же такой же бред. Вы тем самым, во-первых, обесцениваете, ну, какие-то достижения там ваших сограждан. То есть, да, вы могли сколько угодно не любить Советский Союз, считать это оккупацией. Но против победы выступать, это, по-моему, неразумно. То есть, грубо говоря, даже во время войны севера и юга в Штатах, там же никто ни с севера, ни с юга хреново про отцов-основателей не говорил. Ну, это вот примерно и День независимости отмечали те и другие. Вот мне, в общем, не знаю. Не понимаю я отказа, да, там, от 9 мая, какой бы там контекст он не приобретал, как праздник, он, тем не менее, прекрасный. А со своей алкашеской скамейки запасных заодно скажу, что в этот день и бухнуть вообще приятно, и со стариками со своим повидаться, у кого живы. Ну, такое дело. Собственно, что-то мы отвлеклись, да, очень сильно от сути. Мы с товарищем Гусем решили сегодня записать обзор. Вот здесь у меня бутылка. Такая выглядит, она как фабричная, это бутылка из-под какого-то пива Балтика, которую мне моя хорошая татарская подруга Белая подогнала, и содержит она в себе татарский самогон. Татарских самогонов я перепил огромное какое-то количество, всяких разных, но эту вроде как вот она очень нахваливала. Если где-то там у меня давно на канале порыться, где-то есть обзор, где я на даче пью самогон, который на одну татарскую свадьбу специально сделали. Вот там он был бутилирован, и даже этикетка была сделана, такая нормальная полиграфия. Вот это гнал тот же мужик, этот самогон, но это совсем другая партия, у него, наверное, будет совсем другой вкус. Ну, это так, мультикультурно, да, вот, то есть, что на 9 мая можно и татарской самогоночки испить нормально. Но в качестве запивки тут, по-моему, совершенно очевидно, любому нормальному русскому человеку, патриоту, что на 9 мая надо пить Балтику 9. Даже вопрос выбора в целом не стоял. Каждый патриот во всем. Патриот, который работает на заводе «Жигули», должен делать хорошие «Жигули». Я, как патриот-алкаш, буду пить отечественную алкашку. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день. Хотя от вискарика бы тоже не отказалась, конечно. Ну да ладно. Опять же, что хорошо, вот всякая самогонка и водка, под нее хоть закусить можно нормально. Я когда пью вискари, мы обычно накрываем там с ребятами стол, но я не то чтобы сильно закусываю. То есть для вискари скорее это сопровождение вкусовым рецептором. Но вот сальце, соленье, плавленый сырок, дружба, разумеется. Лучок, помидоры, ну я без этого самогонку, водку, чачу, горелку, горилку пить отказываюсь. Мой помощник стакаш наконец-то на арене, он так устал, что его предпочитают всяким обсосанным горлышком висковых бутылок и прочим, прости меня, господи, Гленкерном. Вот он прям рвется в бой. Итак, собственно говоря, про эту самогонку, что сказать. Градусов в ней должно быть примерно от 40 до 50, разгад не маленький. Ну, пахнет очень хорошо природкой, такой вот нормальной природой, в смысле не скотным двором, а... Но она при этом ни на каких травах не настаивалась. Это продукт, ну, очевидно, минимум двойной перегонки. Ну, и хотя бы не стал ставить на это деньги, но рискнул бы предположить, что сырье было плодово-ягодное какое-то. На зерновой дистиллят не очень это
Похоже. Ну что ж, как говорится, это с праздничком, с Днем Победы, дорогие алкоголики. Это дело такое. Я этот праздник сильно люблю. И традиционно, как у нас принято в семье, за город Героя Мурманск. Обманули нехристи, воды, походу, налили. Не воды. Слушай, ну потрясающе мягко пьется. Потрясающе мягко пьется, это прям хорошо. Прям добротно. Надо было полное, конечно, фигануть. Но все-таки хочется какое-то время еще сегодня поприсутствовать на этом празднике жизни. Сейчас дружки подъедут. Гусь опять же один не допьет все. Ладно, ребята, собственно говоря, на этом, наверное, весь сегодняшний месседж. Татарский самогон, заебись. Делитесь мнениями. Пока.